случае все сохранности, рука влажная. Поэтому знаете что, мои дорогие, вот эти вот впариватели люкса, закатайте свои губешечки. И поехали, я прямо сейчас на ваших глазах покажу, как эти тени за 95 рублей работают. Всем привет, это Ольга Шлиц, добро пожаловать на мой канал. Как проходит ваше лето? Еще пара недель уже до свидания. Так меня зовут. Это нужно сделать, кто еще не сделал. И вообще давайте делиться позитивом. Давайте вообще выяснять, что к чему в этом мире. Сегодня я сделаю тест-драйв 3 замечательных палеток. Беспристрастный. Это палеточка Naked 2, которая у меня уже очень-очень давно в пользовании. Присутствуют оттенки пигментированные, вы их видите, почти не задействованные. Другая палеточка. Вот сюда мы ее кладем. Вы, наверное, не видите. Так. Так будет лучше видно. Значит, еще палеточка. От Wet n Wild. Тоже эти тени славятся пигментацией хорошей. Так, вот сюда ее определяем. И вот такая палеточка совершенно-совершенно бюджетная. Она от Lily Cantani. Бренд называется Fashion Trend Lily Cantani. Такое двойное название. Вот тени. Тени такие, ну вы сами видите, бюджетные. Ну а теперь давайте просто посмотрим, что будет, потому что... немного поддостала вот эта вот ютубовская истерия на предмет того, что все фирменное очень дорогое, оно лучше. Вот сейчас мы и проверим, причем все продукты будут в совершенно одинаковых условиях. У нас присутствует вот такой сосуд с водой. И мы сейчас будем просто все делать легко и непринужденно, и сравнивать эффект. Мы имеем сухую руку, без базы, без какого бы то ни было крема. Потому что кто-то из блогеров заявил, что все должно быть без базы. Вот мы сейчас и посмотрим. Ну и самое главное, я оглашу вам в конце цены, а вы уже сами будете принимать решение относительно тех или иных продуктов. Итак, как говорится, дорогим у нас везде дорога. Вот так я набираю, вот так переношу. Так, вот он, свотч. Опять я вот так набираю. Вот так вот я переношу. Вот. Вот так вот я набираю. Вот так переношу. Тоже 3 свотча. Ну и черный у них очень пигментированный, это все знают. И вот так я набираю, вот так переношу. Все, мы видим свотчи и поехали. Вот мы погружаем руку в воду, достаем ее, стряхиваем, и я показываю вам результат. Это были тени Naked 2. Вот. Все одним планом. Сейчас я сотру эти свотчи, потому что рука тоже должна быть сухой и чистой для чистоты эксперимента, а дальше будет еще интереснее. Уже когда пошла стирать, я обнаружила, что сводч второй справа как-то не очень хорошо выглядит.
Он смылся частично, хотя остальные в порядке. Вторая палиточка Wet n Wild. Тоже тени славятся своей пигментацией. Тоже я просушила руки. Руки тоже без базы. Поехали смотреть. Я беру пигментированные оттенки. Вот такой оттеночек. Вот так вот вы видите, да? Вот я беру их и наношу. Так, ну что тут у нас еще? Давайте черный. Ну, пусть будет 3 свотча, потому что, ну, белое не очень хорошо будет видно при съемке. Вот они, 3 свотча от Wet n Wild, самых пигментированных оттенков. И мы делаем то же самое. Мы погружаем рудку в воду. Ну, там мы ей шевелим. Вот так вот мы ее достаем. И вот так вот я вам показываю свотчи, все это одним планом. Значит, тени все на месте лежат. Мне казалось, что мне эти тени напоминают ателье. Теперь мне это совершенно не кажется. Они ведут себя точно так же. Ну и переходим к бюджетной палеточке за 95 рублей. Третьим номером в нашей программе палеточка за 95 рублей. Возможно, вы даже увидите цену. Она бюджетная, мне очень нравится качество. Открываем. И набираем 4 оттенка. Вот я набрала. Переношу. Вот я еще раз набрала. Переношу. Фиолетик у нас тут такой классный. Переношу. И вот такой вот белый тоже переношу. Вот она палетка, вот они свотчи. И поехали я прямо сейчас на ваших глазах покажу, как эти тени за 95 рублей работают в воде. Мы погружаем руку в воду, и мы видим, что тени себя чувствуют так же точно, как Naked 2, так же точно, как Wet n Wild. И мы достаем руку. И я показываю вам сохранность свотчи. Вот так сейчас я переведу резкость. В общем, свотчи все в сохранности, рука влажная. Поэтому знаете что, мои дорогие, вот эти вот впариватели люкса, закатайте свои губешечки насчет того, что ой-ой-ой, вот по факту все одно и то же. В руках умельца это все. Прекрасная косметика, неважно, сколько она стоит. А в руках неумехи даже супер-пупер-люкс будет дерьмом полнейшим. Мы, кстати, немало отзывов такого плана слышим в сети. В общем, вы все видите своими глазами. Ну а дальше делайте выводы и принимайте решения. Это была Ольга Швец. Подписывайтесь на мой канал, если этот ролик был вам полезен. Поделитесь с подругами. Всем всего хорошего. Пока.